На выставке представлены работы авторов и любителей разных возрастов – от реализма до авангарда. Вслед за любителями из Пензы, Феодосии, Судака и Ялты с более чем 80 цветными и черно-белыми фотографиями смоленских фотографов смогут познакомиться и рязанцы. Некоторые фотографы используют различные инструменты при съемке. Один из них – техника монокля. Берется хороший объектив, и из него все линзы вынимаются, и остается одна линза, которая, естественно, работать хорошо не может. Поэтому изображение несколько нерезкое, и как раз получается вот очень интересный рисунок. Происходит, когда особенно ты снимаешь насыщенный светом какой-то сюжет, происходит вот такое преломление, такая игра света и тени, которую простому объективу никогда передать нельзя. В выставке принимают участие 15 фотографов. 8 из них – члены Союза фотохудожников России. Данная выставка – продолжение проекта по обмену творческими коллекциями между региональными союзами. Обмен фотовыставками – идея не новая. В свою очередь, фотовыставка из Рязани сейчас находится в городе-герое Смоленске. Каждому автору было представлено право отобрать 4 своих лучших работы и представить на эту выставку. Никто специально эти работы не отбирал, мы тем более. Но интересно то, что вот вместе с профессионалами вот используются, вот, значит, выставляются еще вот и любители, фотографы-любители. Гости города смогут увидеть выставку до 9 октября в будние дни с 9 до 16:00 по адресу улица Почтовая, 58. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».